случае выдают ее. В каком случае ее выдают, непонятно. Город, красный алмаз, рубиновый трон. Непонятно. Ничего не понятно. Хотя бы написали, что это значит. Все. Выбираем разное, попадаем. Имперский город без очков героя, имперский город с очками героя. Красный алмаз, рубиновый трон, и все это одно и то же. Одни и те же локации. Белое золото. Хотя бы написали, чем они отличаются друг от друга. Присоединиться к этой компании в имперском городе может любой игрок. В этой компании нет списка лидеров, и в ней нельзя стать императором. Система очков героя отключена. Присоединиться к этой компании... Ага. И нельзя стать императором. Как и там нельзя. Да, и там нельзя. Непонятно, а где можно тогда? Здесь что ли можно? Присоединиться к этой компании. В компании действует система очков героя. А-а-а. Закрепленная. Стандартная. Любой игрок может участвовать в этой компании, и очки героя в ней будут доступны. Компания не закрепляется за одним альянсом. Я думал, что очки героя — это прокачка, повышение уровня. А это рейтинг, вроде бы. Ниже 50-го, только для персонажей ниже 50-го уровня. Длительность 7 дней. За все ПВП объекты
начисляются как это, объекты. Это как это? За все убийства я понимаю. Это ПВП-объекты. Начисляется по одному очку за владение объектами. А, нет. Это во время ПВП-сражений захватывают объекты какие-то. За владение объектом своего альянса начисляются вдвое больше очков. Компания не закрепляется за одним альянсом. Система очков героя отключена. Ничего не понятно, ну ладно. Это потом, когда имперский город отключат для нищебродов. Ой, нам на халяву удалось попасть в имперский город во время акции. А так у нас его нет. А Сиродил вроде бы все время доступен. ПВП там сражения. Какие-то компании. Будь какая, господи. На что люди тратят время?